куда мы с тобой едем? I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no. Что мы делаем? Я взял билетик, классная дорога, но надо было все. You got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Красотень какая-то. Просто небесная красотень, да? А ты не хотела в Нью-Йорк ехать. 5 звезд. К свиданным ответам. Наше путешествие привело нас куда? Нью-Йорк! Таймс-сквер, Нью-Йорк, Манхэттен. Присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к просмотру, прогулке по ночному Манхэттену, ночному Нью-Йорку. Надеюсь, что-то найдем веселое. Я, кстати, первый раз в Америке, первый раз в Нью-Йорке. Это, короче, общепит, или как? Быстрое питание, да, бургеры, хот-доги и бургеры. Бургеры в основном, Wendy's. Сколько мусора от них. Улица вообще такая четкая. Хай-ю-хай, мы в Нью-Йорке! Кушаем орешки. Музей на Бродвее. Это мы идем куда? Times Square. Я забываю эту улицу. Times Square. Вот смотри, впереди Times Square, перед нами мусорка. Очень чистый город, Нью-Йорк, особенно Манхэттен. Кстати, вот кофе. Starbucks, будешь? Да. Хочешь погреться? Очень холодно, очень холодно. Ну и кофе купить вкусно. И погреться. Да. Есть кофе с ликером? Кофе с ликером? Я заслужила. Напишет, пожелает, мы ему разыграем, да, чашечку Times Square. Чашку со Starbucks. Starbucks, Times Square. Спасибо. From New York. Так, смотри, New York Police Department. Огромное количество мусора, просто огромное. Я не пойду, я прошу.
что я делаю? Where's your mom? Mom, raise your hand! Who made this thing? Who owns this kid? Кто хозяин этого ребенка? Говорит, это твой единственный ребенок? Говорит, нет, вот еще. Он такой, окей, тогда. Вот так вот прям по центральной улице магазин по продаже травы. Кошка сечет. Купим тебе шапочку. Для любителей фильма ужасов. Кукла Чаки. Фредди Крюгер. Грут! Обитель зла! О, смотри, Обама. Это Байден, а это Трамп. Кофейки свободы. Смотри, какие хорошие. Надо не забыть завтра туда попасть. Ты свободен? Да. Надо же... Надо купить билеты на пароход и туда попасть. Надо их заранее забронировать. Хочу. Это легкая эротика. Тебе нравится? Очень. О, да. Мусорок, и шею вниз, рок машина Земфира, иголочку сломала. Всех понятых, полуплатный, не дайте, говря мусор, я в гробу не дала. Секундочку, это все-таки центр Times Square, Манхэттен. Сейчас что-то будет, ребенок. Whoa! Oh!
Force. Recruiting Station. Здесь набирают в армию. Во-во-во-во-во, что ты хотела. Пусто. Ladies and gentlemen, make some noise! Take a camera. Hey guys! Listen, I just got $20. They watching us. Everybody in the crowd. All eyes on us. All eyes on us. Женя, танцуй! All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. And say it all, all, all. And touch your toes. There we go. That's our show. Thank you and God bless. Thank you guys. Thank you. Thank you. Погуляли по Манхэттену ночному. Мы поучаствовали в каком-то экшн-шоу, да. Просто погуляли, познакомились с Манхэттеном. Впервые в Манхэттене, Олечка. Поэтому это очень было интересно, любознательно. Завтра обещает день быть тоже насыщенным. Сейчас мы идем, ищем нашу машину. А ты не хотела в Нью-Йорк ехать. Ты же не хотела в Нью-Йорк ехать. Ты будем в Юте жить всегда. Ну все, всем спасибо, всем пока. До свидания. Мы сейчас едем смотреть Статую Свободы. Присоединяйся, оставайся с нами. А вот, смотри, вон стейшн. Еле-еле нашли парковку, тут же где безумно холодно. Но это нас не пугает, мы все равно идем кататься. Что еще добавить? Короче, а потом будем... Нашли парковку в каком-то соседнем здании. Парковка стоит $21 в час. Безумно дорого, я считаю. Парк сегодня, пойдем гулять. Ну это же Централ Парк в Манхэттене. А ну его в жопу. Если я завтра слягу с ангиной... В очередной раз скажу, что самый лучший навигатор – это твой язык. Вон сзади нас стоит офицер, ну, охранник, security, policeman. Возле него, видишь, собака там сидит.
стоит на задних лапках. Мы подошли, спросили, как нам попасть на остров Статуи Свободы. Он нам полностью рассказал, что есть два кораблика. Один кораблик едет просто мимо, второй кораблик непосредственно заезжает на остров и делает остановку и высаживает пассажиров. Мы идем именно на второй кораблик. Дождик босиком по земле прошел. Мария, короче, 24 доллара за человека. Hello, we want two tickets to the island. Что это? Кто это? Как это? Это какая-то... А, это бастион, блин. Ого, вот это волны. Идем, короче, на вот это вот Lady Liberty. О, сколько денег пошли и соберем, да? Тут можно неплохо бабла поднять. Короче, смотри, мы зашли, нас отсканировали, скорее всего, на наличие оружия. Такой вот вид у нас из окна. О, смотри, магазин. Можно шляпку такую привезти, мы вчера видели. Я не хочу. Статуя Свободы. Вот такой вот у нас третий дек. Скорее всего, рубка капитана. Была построена в 1886 году. Ее строили порядка 10 лет. То есть в 1876 году была презентация самого факела, после чего в течение 10 лет строили саму статую свободы. Ее строили на столетие свободы на то время Америки. Да? То есть подарок от Франции американцам. Еще мне понравилась формулировка, что статуя свободы – это свобода, озаряющая мир. Статуя свободы исполняет две роли. Мы сейчас, как туристы, едем смотреть на как бы, архитектуру. Да, это статуя, это одно из чудес мира, которое занесено в книгу ЮНЕСКО. И также это маяк для моряков. В ходе на статус свободы нас снова прозвание наличие оружия, да. У нас есть все-таки перчаточки. Ну очень холодно. Да? Когда вы куда-то собираетесь, пожалуйста. Берите с собой хорошо мужчину. Обязательно. А, я думаю, ты скажешь, берите хорошо мужчину, который отдает свою шапку, свои перчатки. Мы здесь сейчас находимся? Статуя свободы. Внутри статуи, да. Свободы? На первом этаже в этом цитадели. Да, малыш. В пьедестале. Лифт, либо ступеньки. 5-10 минут ступенечки. Идем ступеньками за ним. Идем. Еще 108 ступенек до самого верха. Капли снизу вверх летят. Короче, билеты на саму статую свободы на верхушку распроданы. Нужно покупать заранее. На данном видео можно
более детально увидеть, как именно делали статую свободы по частичкам. Смотрите, даже не то что ноги, даже ногти на ногах обрабатывали, выпиливали, вырезали. Кстати, сейчас мы находимся в небольшом музее, который находится в основании. В самой статуе свободы. На самой статуе свободы мы закончили. Тихонечко будем убираться с этого острова. Статуя свободы представляет собой олицетворяющую свободу женщин. В правой руке статуя свободы находится факел. В левой руке находится табличка. Скрижаль, на которой написана дата. Какая дата? 4 июля 1776 года. Что она означает? Дата подписания Декларации независимости от Соединенных Штатов Америки. Неплохо. У нее на голове есть корона. От основания короны расходится 7 лучиков. Это олицетворяет 7 морей, 7 континентов. Счет $51 за 2 часа. Короче, очень дорого. Нью-Йорк очень дорогой штат. И вот эти ребята, короче, лишь бегают, ищут нашу машинку. И посмотри, какая плотная парковка, да? Ребята, мы все запарковались в несколько рядов. Что на улице был безумный дождь, ветер, холодно, мы промокли, мокрые, уставшие. Но по факту на сегодня было еще запланировано максимум пойти в метро, так как мы промокли. Ходит там вообще, видишь, переодевается, штаны всякие летают. Так как мы промокли, план следующий. Мы сейчас едем в гостиницу, принимаем теплый душ, полежим под теплым одеялом. И на ужин сходим в что-то морепродукты. По дороге мы зайдем в 2 магазина. Мы зайдем сейчас в Норс Дром Рак. Тебя было видно, ты там штанишки меняла. Короче, по дороге зайдем в Норс Дром Рак, посмотрим новую обувь, потому что обувь промокла до невероятности. Если в Норс Дром Раке ничего не найдем, зайдем в магазин Росс. Магазин Росс – это магазин типа стоковой одежды. Да, все, теперь видишь, мы уже тут в новых синеньких штанишках, лосинчиках. Термобелье на самом деле. Видишь, босичком, потому что промокли насквозь обувь. Вот такой вот стоковый магазин. В такие магазины типа Росс? Типа Росс заходит, потому что здесь идет распродажа. Это стоки, это аутлет. То есть, что не распродалось вот в Nike, продается в Россе. Ну, еще в каких-то других магазинах. Кто что выкупил, тот и продает. Много одежды. Есть детские игрушки, детская одежда. Есть, не знаю, шампуни. Кстати, очень хорошая косметика по низким ценам. Многие люди косметику именно здесь покупают. Парфюмы, косметику, шампунь, мыло, соль для ванны, детские игрушки. Вещи. На раздром мы так и не доехали, потому что не было по дороге. Нашел. Вот я магазин Росс. Так, запомни. $40. Вот такие вот. Что думаешь? И вот такие вот белые завышенные. Если они вот $27, то это я возьму. Мы зашли в Росс.
Зачем? Потому что... Ну, это уже мелочи. Мы ключи нашли, моя зайка, она же их потеряла, она же их нашла. Я просто хочу... Можно было не говорить. Ну, я ж не буду себя заливать, сливать. Я просто хочу рассказать, что вот магазин Rose, это достаточно дешевая обувь. Смотри, вот это не Nike. $40. Короче, вот так вот, видишь, можно и шапочку купить. И бабушки, вот, да, и вот такие вот сумочки, портфели, и вон косметика лежит, и вон разные кремомаски. Столы, огромное количество столов. Можно заказать хибачи. На хибачи ты берешь, короче, свежие продукты и даешь человеку, он тебе их жарит. Дальше смотри, вот такие вот готовые. Набираешь сколько хочешь, подходишь сколько хочешь раз. Короче, это лично мой скромный ужин. Это мое. Это тоже помогало. Это у нас пополам. Это мое. Зайка, тебе нравится? Вкусно здесь? Да. Сушика только нету. Я сушу уже съела. Съела? Вкуснее? Мясо кролика. Что это у нас? Это у нас фламинго, китайский буфет. Приходим, кушаем, наедаемся, умираем. Нас еще ждет джакузи впереди. Думали, что уже все, но нет. Еще вот такой вот десертик будет. Это что там, творожок с кокосовой стружкой. И вот такие вот будут у нас фрукты. Сейчас я попробую одной рукой. Получится. Я его по факту ногтем прорезаю. Видишь? Вот такой вот фрукт. Внутри должна быть та огромная косточка. Очень вкусно. Наш счет составил 38-36. За 2 человека. Плюс 5 типсов. В целом я очень довольный. И... Все было очень вкусно, я просто объелся. Мы заехали к нашей гостинице. Open the window. Да. Как там она? Best Western. Фу. Номер 260. Что там за визги? Джакузи. О, нашла? Водички, у него водички, пенки, пенки. Номер стоил $196. В депозит у нас взяли 150, но 150 верну, когда мы будем выселяться, если все хорошо, нам их вернут. Но 196 стоило одна ночь, потому что здесь джакузи. Этот же самый номер без джакузи. Не, ну, наверное, меньше комнаты. $78. С налогами 96 будет. Да. Короче, $100 чисто за джакузи. Последний, чем я похвастаюсь на сегодня, это вот такая вот мешочек соли у нас есть. Мешок соли. Мешочек с олей. Да, для нашего джакузи.
ногах. Короче, пены столько, что выходит еще чуть-чуть и выйдет за край. Вообще. Вот если так вот смотреть, вот с моей стороны, да, вот вообще, Ольки даже и не видно. Я тут! Короче, чутка перестарались с пеной. Короче, вот такое вот у вас веселье. Алло! Салют! Алло, да, да. Что вы говорите? Бросайте телефон, идите ко мне. Вас плохо слышно. Бросайте телефон, идите ко мне. А, все, извините, до встречи, пока-пока, вызывают на работу.